Театр Романа Виктюка представляет. Мы живем под собою, не чуя страны. Наши речи за 10 шагов не слышны. Может, теперь станет лучше. Поэзию они у меня отнять не смогут. Мне надо идти. Борис! Маленькие жирные голуби. Меня отправляют в ссылку. Я еду с тобой. Я слышу голоса, но только голоса в других комнатах.